Так, всем привет, меня зовут Денис, на канале Fred Davis Play. Мы продолжаем играть в игру Петля Времени. И мы пойдем... А, в прошлый раз что мы сделали? Поломали код. Он должен быть на вечеринке, профессор. И... Что-то еще мы сделали. Одну дверь нашли, да, которая открывается после второй половины дня, но походу я... Она в даунтауне, я туда не пойду. Мы пойдем сегодня вот сюда, на берег. Найдем двух влюбленных. Парочку твикс. Что у нас здесь интересно, не понял. Даунтаун. А, ну это что-то. Да? В Лондонсбурга компасом доме черный. Да, вот это оно. Так, ладно. Идем сюда. Что у нас там по этим по оружиям? А, тут где-то что-то новое появилось, вроде бы. Что-то было со здоровьем. А, вот максимальное здоровье серьезно увеличивается. А у нас что здесь? Вы еще быстрее восстанавливаете здоровье. Молодеете. Вы восстанавливаете гораздо больше. Давай вот это, наверное. Вот это. И его же улучшим. Сюда. Сюда. Вот это. Вы еще быстрее восстановят. Подожди, не понял. А, это у меня не стоит. А где у меня стоит? Вот эти у меня вставлены, да? Да, максимально все увеличивается, да. Так, насытить. А, и все остальное у меня насыщено уже, да? Да, надо переместиться. А что еще можно? Вы становите гораздо больше. Давай вот это насытим. Потому что продадим. Ваша мина я гораздо использую для недуга. Это... А, нет, это не надо. Быстро идти. Присев на корточки, клонят. Давай. Присев на корточки, до свидания. А где тут улучшение, я не понимаю. Никаких улучшений нету. А, не, о, появилось. Годится, а улучшить теперь его еще сюда. Опа, десятка, ничего себе, немало. Мало. Так, это есть. Теперь у нас здесь у нас ничего нету, да? Да. Хотел, в принципе, за перемещение, ну это выкид, да. Перемещение, ну такое, ну в некоторых моментах где-то в окно влезть, это тоже то, что надо. А вообще, конечно, желательно. Не понял, а что? Выделись. А вообще, конечно, желательно вот то это умение, там где можно с одной пули троих сразу завалить. Вот это интересно, вот это довольно-таки умение. Так, сейчас нам надо на берег побежать, найти этих влюбленных. Что именно с ними сделать? Ни хрена себе увеличилось здоровье. Кто-то быстро учится. Запереть бы вас всех где-то до заката. У меня бы осталось пара свободных часов, мог бы даже пообедать, город заценить. Да, я бы и рада тебе помочь. Но ты правда надеешься убить нас всех одновременно? Может и нет. Но однажды ведь это мне почти удалось. И теперь ты на нервах. Ты держишь меня здесь, потому что любишь смотреть, как я подыхаю. Я люблю смотреть на твою смерть. Люблю тебя убивать. Это другое. Хе-хе. Нормально. Так, а чё не выделилось, не понял? М?
Там мне надо самолично их найти, получается, я так понял. Киоск и Харора Морзе какой-то. Морзе. Придумал демо. Маски этим тоже. Это понятно. Киоск. Почему киоск? Блин. Слышь, а тут много этих самых. Ебать, это мне надо все пробежать. Всю окраину. Обалдеть. Ладно. Пошли. О, снег. Фига себе. А где ноги? Бля, так ноги палят, так ноги пропадают. Оно может тут? Не. Вот это я понимаю, движняк. Понятно. Ля, какая морда. Морда лица. А этого не было. Оно меняется каждый раз. Ну, я имею в виду. Сейчас не надо. С моим. Этим самым. То, что я изменяю, меняется сам. Где-то что-то. Где-то что-то есть. Где? А вот. Получается, когда я валю их и сохраняю себе все остальные улучшения, то меняется полностью вся весь сюжет, да? Где-то. Дверь закрыта, открыть. Да ладно. Z29. Там что-то есть. А смогу ли я вот так переместиться, не? Не, не смогу. Ладно. Нам. Откройте. Полиция. Водопроводчики. Водопровод там починить хочу. Так, где же эти, сука, влюбленная парочка, а? Будем надеяться, они недалеко. Опля, а что тут, дырка? Опля, дырка. А чё, у тебя темно? О, нормально, светло. О, походу, наверное, туда, в дырку. О, правильно, туда. Опа, кто здесь? Укрытие. Где тут? О, какой украин. Или это не украин? Не сильно звездочка большая. Но, похоже... А, это бабский. Прикол, прикол. Открыть. Пароли! Или что это такое? Ебать, в лес опять туда, куда не надо. Да елки-моталки, ну... Что-то поменял. ДЦ. Блин, что-то поменял уже. Ай, ты в жопу. Куда ты идешь? В жопу оно идет, да? Что у нас здесь? Код 1G9. Записи ведутся. Ни хрена себе тут стопки. 1G9. Он везде надо поставить лишь. Да и переключись. Ох, классно. Один. Ох, не перещелкнул бы. G. 9. Он везде должен быть. Тихо. 1. Капец. Хорошо, хоть G последняя. G. Я весь алфавит думал. 9. Ага, хер. Получается, следующая последовательность должна быть где-то. Где-то должна быть последовательность. Я делаю эту запись для дневника нашей операции. Старпёр, ты меня толкуй. Скомпрометировал.
Ты сломала радиосеть, чтобы это сообщение транслировалось каждое утро. Есть три точки, которые надо открыть. Сдохла. Опа, опа. А вот и тумблер. Так, это у нас... Отвлекли меня, блин. А мы сейчас здесь. Получается. Это у нас другая. А чё нельзя приблизить, блин? А код где? Склад боеприпасов, понятно. А это у нас что? Так. Короче. Главное, чтобы не длиннее. Один код есть. И еще три. Сейчас ходим туда. Все равно идти по краю, правильно? Откройся. Давай. Склад боеприпасов. Ладно. Где она, что она гудит? Жратвы всякой. А, о. Канистра. Открыть. Прикольно. Так, где там любовная парка? Парка, парочка. Твикс. Любовная пар. А, все, я понял. Я-то думал, просто на это пробегусь и все. Делов-то. Тут-то было. Ля, ты посмотри. Ой, не та кнопка. Что-то ждет. Пиздюлин, пиздюлину. Ждет пиздюлин. Ты ж пиздюлин ждешь? Ля, ты какой шлемный. Ничего. Все нормально. Наверное, потепление ждут. Это я не помню, это что за одни сутки тут и зима, и лето, и весна, и осень, или что? Это так получается? Жалко, нет такого умения. Не помню, как оно называется. Ну, блин, шняга классная, когда ты в одного шлепнул, а все померли. Ну, выделенные. Это не труп. Стой. Блять, это шо? Куда я попал? О, годится. Тихо, где там музыка? Я помню, у меня вот тут внизу кафешка где-то была ихняя, вон. О-о-о-о, чувачки. О-о-о. А быстро их не ушатаю, да? Угодится. А что это за фаер? Что он дает? Ничего нема. О, еще ниже есть, оказывается.
Холодно, да? Да, холодно там. О, тут тоже есть проходик. Может, тут есть? Не? Где-то голос есть? Показался или мне показался? Не, мне показался, наверное. Да, там нет. Там тоже нет. Ох, облазить весь этот участок придется. Так, там внизу нельзя. Идем сюда. Мое. Думаю, там ветер. Ни к чему. Ни к чему. Нихт. Давай. Мне и так прекрасно. Так, а как мапу посмотреть? Мапу. Мапа, карта. Карта, мапа. Где она? Вот она. Сколько всего интересного. Ой. А где карта, ёлки-моталки? Я-то понимаю, что я там... Я знаю, где я стою. А вот она. Так. Это мы вниз спустились. Ага, там прошли. Пали вниз, это кафешка. А еще дальше есть. Ага. О, фейерверк. А, как туда? Кто здесь? Я кого-то слышал. Ладно. Подожди. Не, не сюда, сюда. На край берега. Угу. Ёпты вас до хера, слышишь? Что-то не выделилось. Блин, что делать? Бля, их много. Не попал. А, это не в снежке, говорит, не-не-не. Если я туда попаду, все, тот заметит, меня точно просечет. Блять, та не стоит, сука. Ебать, куда он полетел влево? О, все понятно. Это нельзя. С прицелом, короче, у нее вообще не очень. Так, если я сюда перебегу. Поближе. Поблизче. Так, во-первых. Ой, блядь. Да ебать тебя вдрысло, блядь. Нахуя ты это сделал, а? Полетел. Шо, сука, живой, блядь? О, вот так вот. Ну все. Все нормально. Живем. Это мое. Так, нам теперь надо, получается,
А что нам надо? Нам надо на вот этот расклад. О, еще дверь. Почему нет у них кода? Чтоб я посмотрел, и там я сделал код. Пооткрывал их все, голый не мород. Подожди, три двери. А, так это же пароли. Все понятно. Какая-то станция внизу, которая открывается. Все ясно. А это... О, это еще, считай, один день надо впустую потратить, чтобы открыть эту дверь. Так, тут никого нет, да? Твой ум всегда был ограничен. Заебись. Вот это спасибо вам большое. Опа, опа, опа. Нет места безопаснее, чем сейф 2424. Сейф. Сейф, сейф. А где сейф? Подожди. Что я? Не то самое. Код от сейфа лодочника. А, лодочника. Из Карловой бухты. Ладно. Лядно. Лядно, лядно. Угу. Угу. Не понял. Да вот так это. То что я сюда. Нет, я отсюда вот два этих самых. Вот так вот я шлеп сюда. Пробежал, вот тут вот сюда вот я бабах, я вышел. И вот тут вот заход. Вот сюда вот он, вход. Вот она будка это. А вот тут вот боеприпасы. Соответственно, сюда я не могу. Здесь я был. Я осталось вот тут пробежать. Правильно? Здесь я не был. Как сюда дойти, если тут дырка, хлеп. Наверное, поверху, походу. А, вот отсюда можно было сюда вправо уйти. Точно. Ты сразу не пошел? Ну ладно, давай тут-то проверим. Ой, нахера мне. Думал, карта, ёпта. Мачете. Мачете. Так, тут ничего нету, все побежали обратно. Там я сейчас направо. Налево, налево. Нет, налево, налево, направо. Налево. Вот, я себе выйду туда в склады. Там где до хера. Сами яйца. Тихо, где-то тут была аптечка. А где она была? Даже так. А где? Ну вот они. Годится. Так, и мне теперь надо вот сюда пойти, да? Да. Да, сюда. Тихо. Вжух, ёпта. Чего? Всего? Обалдеть. Я только дупля отдал, да? А тут уже и все, и прибили. Не успел даже испугаться. Это мое. Хера себе, обалдеть. Кто насрал? Еще где-то? Прям как будто интервента убил, ёпта. Она выпадала, кроме оружия, правда. Фил, видела? Не могу с ней связаться. Она рации не признает. Во, бля. Никак всасывать пули в себя. Забираем.
Да все, ничего, нормально. Подняла, понимаешь, шумиху. Сделала один выстрел. Я думал, этот самый пистоль, как этого. С люди в черном. Мелкий такой, там просто в кусты упал. А вон что-то идет туда, дальше. Тут ничего нет у нас. Бля, дети, сука, сосущие любовники заебали. Подожди. Подождите, делаю. Ой. Вот же есть фотка, идет же этот са 09, какой-то вход 09. Вот самолет. А, вот самолет, с левой стороны получается. Вот самолет, там с левой стороны, вот там. Да, вот там они находятся. А что туда зайти? Надо туда, да? Или нет? Тихо, аккуратно. Где-то здесь. Ну. Вот самолет. Самолет 09. Это фото Чарли и Фии сделано где-то здесь. Тогда было теплее. Че, реально, да? Это вроде снег. Все понятно. Что-то открыл? Это что за хрень? Ого, это разводной. Ох, ебать, а реально, что это за хрень? Ты когда-нибудь удивляешься миру? Я да. Я смотрю на детей, которых выбрала для тебя, и удивляюсь так, что мое удивление даже меня удивляет. Я гадаю, что мы, странники, оставим после себя, какими будут круги на воде, что возьмут от нас потомки. Если мы нигде, что остается в привычном везде? Черный риф. Ого! А этот Чарли занятный тип. Или ничто. Как выглядит ничто, любимый? Ты когда-нибудь размышлял об этом? Ну, три. Что оно там попало? Где оно? Исчезло. Эй, я. Так, комбинация 316, правильно? Это у нас куда идет? Хочешь попасть в мусор, так не забудь это, например, ничем. To be? Вернее, чем to be. Нахера я это выбрал? Это получается к to be. Правильно? Я так понимаю. Сейчас, секунду. А сейчас пообшарю, потом посмотрим, что оно получится. Комплекс тут закрыто, да? Да. А к двери вот щитовая идет. Ага, там. А, все, тут больше ничего нету. Правильно? Да. Но не будет же он здесь оставлять. Это бред какой-то. Все, подожди. А, так тут не хватает. Ха-ха-ха. Вот сюда нужно.
это 16, это понятно. Да, молодец. А где 30? Подожди. 16. Что-то другое. Что-то совсем другое. 16-15 нет. 16-25. 16-25. 16-25. 17 нет. 16-25. 18 нет. 16-25. 04. О, 16-25-04. 1. Нет. 16-25-04. 5. Нет. 16-25-04. 24. Нет. 16-25-04. 35. Нет. 16-25-04. 40. Нет. 16. Ой, блин. 16-25-04. Я сейчас поломаю его, походу. 41. Нет. 16-25-04. 07. Нет. 16-25-04. 34. Нет. 16. Блин. 16-25. 40, 31, нет, 16, 15, ой, 16, а если 25 нажать? Тут еще последовательность, о май гад, да, еще и последовательность нужна получается, не только. Получается, одна из них может быть действительно правильной. Нужно вычислить, какие именно правильные. Так, 11. И что? 11, 16, 25, 40. Нет. 18, 31. Нет. 08. 16-25-04. Все понятно. Короче, это не катит. Это не катит. В принципе, не катит. 37 не катит. 34 не катит. Пожалуйста, 07 подходит. О, 41 подходит. Все понятно. Можно... Это печально. А, ёпты, вот они. Ох, ебать, адрес ломай. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, а последовательность как должна идти? Хо-хо-хо, я, блядь, не электрик вообще. Если случай я, чё, я перемотаю, потому что это будет очень долго. Так, ладно, 11, 07, 25 и... ебать. Ну давай, 11, 07. 25, 25, 35. Нет. А если не 35, а 24? А, ладно, 11, 07. 11, 07, 25, 25.
25 и... Что это? Короче, крайне. 24. Хуа-хуа. Блин. Так, подожди сейчас. Ну, оттуда и сюда. Сейчас я соображу, подожди. Подожди. Блин, тут везде оранжевые подписаны. Ну, если обведены. Их 4 числа обведено. Вот это не обведено. Вот это обведено. 11. 07 обведено. А есть не обведенные. Их 4 штуки. 8. 16. 41 и 04. А ну-ка. 8. 16. 41. Не. 41 и 04. Хуй. Если это не обведено, тогда шо? Что там написано? Блин, почему их так много тут? Перевернуть нельзя листочек? Жалко. Я так понял, нужна последовательность, блин. Ну, 11, к примеру. 0,7. 0,7, да? 25. 24 или 35? 24, да? Они все тут загораются. Один, ноль, два. Да вообще похер. Я в схемах не силен. Блин, что делать, а? 0,4. Ну давай 0,4, ебался. Хуй. Вообще не могу. Не могу собрать. Блин. Сука, схема, ну. Ты когда-нибудь удивляешься миру? Я да. Я смотрю на детей, которых выбрала для тебя, и удивляюсь так, что мое удивление даже меня удивляет. Я гадаю, что мы, странники, оставим после себя, какими будут круги на воде, что возьмут от нас потомки, если мы нигде. Что остается в привычном везде? Черный риф, холодный и пустой, серая гладь бескрайних вод? Или ничто? Как выглядит ничто, любимый? Ты когда-нибудь размышлял об этом? Бестолку. Должен сравнить в бухте. Да, выйти это понятно, блядь. Выйти это всегда успею. Записку. Бухте, блядь. Бухте барахты. Склад Фристо. Блядь, капец.
Где-то хуета. Получается, это 30-16. Пошли там посмотрим, что там у нас. Это мы сейчас откроем там. По идее, там должна быть не записка. Наоборот, записка, а не или картинка, или записка. Короче, надо каким-то образом ее найти, открыть и все такое. Ботинки. Там что-то должно быть. Тут где-то типа есть, я знаю. А, там сверху. Тут где-то должна быть взрывчатка. Там была в начале. Я не крепко подорвался. Нема. Вот динамит. Петарда. А ну вас могу и подорвать. Хуа-хуа. Так а шо я там был? Шо мне, блядь? Толку с этого. Где-то еще что-то осталось. Ну хорошо, отлично. Замок Корфи. А, это дверь такая, нихуя себе. Так это подошел. А как я тут наберу 300? Сколько там? 314? Такая идея. Это понятно. Открыть как его? Один есть. А еще где? А, отвянь. На складе фрины. Так, киоск. Достаточно. А вот это я отвянь. А, ну-ка, вот этот киоск. 316. Он наверху прям находится. Код там. 3016. Экипируем по полной. А еще я подрабатываю курьером. Короче, все идите на звон. Ёпарасоте. Нет. Не подходит. Ладно. Шифр так шифр. Удивительно. Вы вышли, да я толком-то ни хера не сделал. А что это? Взломал открытое устройство. А это что? Взломать можно подрывать. Вау! Можно подрывать. А это что? Кучный выстрел. Понятно. А это что? Серьезное увеличение дальнего.
Ой, да Настя, 570 рублей. Да что такое? А это что? Вы получаете меньше урона от окружающих людей. Обалдеть. Обалдеть. Вечер. Охренеть. И ни хрена не дал. А, вот два типа здесь. Этих я свел, а других свести. Так, это здесь код, это да, мне сюда надо попасть. Блин, опять заглючит, да? Так, тех я свел вечеринку, мне там нахер делать нечего. Мне надо пооткрывать эту чепуху, чтобы попасть. И чтобы все равно, в любом случае, их надо всех свести, чтобы они были на вечеринке. А тех двоих я в любовном гнездышке найду, правильно? Сейчас я открою ихнюю дверь. Похоже, ты не самого высокого мнения о проекте Эон. Ну, Эон преследовал благие цели. Сохранить величайшие умы человечества. Спасибо на добром слове. Не-не, речь не о тебе. С тобой наоборот. В отличие от местных, я не богатый социопат. А, ты просто не богатый. Еб, ты какая ты. Что-то взорвалось. Что это такое? Тихо. А что такое? Заломали, ёпт. Ебано подо мной. Маска? Маска. Ёпары сеты. Я чуть не обосрался. Ух ты, я тут первый раз. Так, это чтиво, ладно. Ебать, сколько прелести. Чарли использовал ее работы. Пиздец. Во второй половине дня. Ха, добавим себе в расписание. Да обосраться. Значит, не зря вот эти картинки там появились. А я и думаю. Там же какие-то картины появились. Откуда они взялись вообще? А ну вон откуда он. Да сколько сразу было все понятно. Что это такое? Да ты страшный.
Я тебе сейчас провода все повысмыкиваю. Закройся. Так а что, не понял? Это сказано понятно. И она услышит. Я не знаю. Скорее против своих кошек. Через определенное время начинает плакать, не понимаю, что. Каждый раз считаю, получается так. Если до конца лету, что будет? Средняя 7. Все, давай я боялся. Одну только гадал. Последняя 7, предпоследняя точнее. Ладно, ты что, столько дней-то? Раз, что два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да. Короче, ты до хера, бля. Тут же ничего нету? А ну, откройся. Нет. Это все какие херни понастроят, вот понаделают. Блин. Хрен поймешь. Шо, где, кого, куда. Эй! Да тихо, не дергайся. Где ты? Ой, так вот и побегали, блядь, серию это называется. И снова проснусь мордой в песок. А что После обеда Чарли и Фия встречаются в уютном подземном бункере на скале Фристад. Я могу вычеркнуть обоих из уравнения, пока они заняты собой. Теперь нужно придумать, как убрать Вензе в другой момент. Да, мне надо открыть еще их. Я ведь еще не открыл его. Вот в чем дело. Жуткий автомат, да, автомат еще какой жуткий. Так, Чарли, окей. Да, Чарли, Шмарли, блин. Это тех двоих я на вечеринке убираю, получается. Этих двоих я убираю в бункере. Правильно? Правильно. Чарли я не могу убить, потому что они встречаются после обеда с той чуихой. Те двое на вечеринке. А их всего сколько? Это ж еще один. Одна, получается, это которая херячится этим самым газом. И...
и вечеринка. Чувак, вечеринка. Или на... А чё на вечеринке пёс? Не пойму. Так, тут все есть, да? Тут улучшение нас нам его не добавили. А что, мы ничего не добавили? Правильно? Да. Ну и хуй с ним. А этот шматье есть такое другое? По воде. Шмотки. Что там? Ничего. Нет, нет. Брось. А как шмотки переодеть? Я ж тебя-то видел. Ебать, на него нажать. Ну, на вечеринку, но потом пойдем, конечно, такие красавцы. Захерячимся. Давай обратно. Тут-то надоело уже. Так. 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 Так, так, так. Ну так, это гроши. Вот это у нас получается. Которая воняет. Правильно? Это склад... А, вот. Склад Фристос. Фристос. Клуб Фрэнка, ля-ля-ля. Подожди, где вот? Вот, вот, вот. Это да, это понятно. Это все херня, оно так открывается. Ну и шо и толку? Ну завалил я ее. Мне надо как-то так сделать, чтобы... чтоб этот Фрэнк... Подожди. Сейчас надо сейчас сообразить немного. Что у нас там вообще по времени? Соображать мы будем в другой серии. Так что всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Жмите на колокольчик. Всем спасибо, всем пока.